Всем привет! Сегодня, чтобы с вами поближе познакомиться, я хочу рассказать, как вы поняли уже по названию, 11 фактов о себе. Первый факт – это как меня зовут. Меня зовут Наталья. Именно Наталья через мягкий знак. Не через «и», а через мягкий знак. Люблю я, когда меня называют Натали, Наталья, Натуся. Я родилась в городе Серпухов, а после замужества я переехала в город Подольск, Московская область. В детском саду меня называли Нежданочка, потому что меня никто не ждал. У нас с братом разница 1.5 года. Ну, вы как бы поняли, да? Кстати, еще один интересный факт из детсада. Мы с 3 Наташками, с подружками, разработали план «Побег» и сбежали из группы. Смотрели мультик «Побег из курятника»? Вот что-то типа этого. Но только нас родители очень быстро вернули в садик, да еще и с хворостинками, со слезами. Еще один факт. Это то, что в детстве я не могла пить таблетки. Мой организм не принимал ни толченую, ни с водой, ни половинки, ни с вареньем, ни с медом, никакие. Он у меня только принимал через клизму. И мама поэтому со мной очень намучилась. Но педиатр маме не верил и говорила: «Галя, не может такого быть». И пока она сама не пришла, не посмотрела, как я пью таблетки, после этого она вышла и маме сказала: «Я первый раз такое вижу». С рождения у меня волнистые волосы, как у папы. Кто-то мучается с такими волосами, а мне очень нравится. Намочил их водой, и все, и укладка готова. Волнистый волос. Этот факт мне открыл мой парикмахер где-то 3 года назад. А до этого я все время их выпрямляла расческой. Все боятся моего серьезного взгляда. Ну, кроме моей дочери. Потому что, как она говорит, что у нее на него уже давно иммунитет. Но на самом деле он только кажется серьезным. Я добрая, если меня не обижать. Кстати, взгляд мне тоже достался от папы. Тоже мне досталось от мамы. А вот от мамы мне досталось воспитание. Папа не принимал участия в нашем воспитании с братом. Все делала мама. 10 лет в нашей семье появился человек, который вложил доброту и всю свою душу не только в нас с братом, но и в наших детей. Это дядя Саша, второй муж мамы. Следующий факт. Очень интересный. В 12 лет на чердаке старой дачи я нашла чугунный утюг и решила его отремонтировать. Ага, отремонтировала. Вставила в розетку, и он благополучно загорелся. Таким образом, я намекнула родителям, что пора бы навести порядок на чердаке, чтобы я не нашла что-либо еще и не стала ремонтировать. В 15 лет я познакомилась с Олегом. На тот момент ему было 21 год. Подробности о рождении нашей семьи есть во влоге. Но скажу одно, замуж я вышла в 18 лет после окончания училища. И последний факт. Первый раз море я увидела во время нашего свадебного путешествия. На медовый месяц мы поехали с Олегом в Сочи. Надеюсь, вам было интересно. Если интересно, ставьте пальчик вверх. Я пойму, что вам интересно, и запишу следующие факты о себе. Всем пока-пока!